Сегодня продегустируем вот такие замечательные селедочки, которые в таких прекрасных баночках у нас расположены, фирмы Норвен. Это очень, конечно, знатная фирма. Не знаю, мне нравится их продукция. Она, конечно, не дешевая, но вкусная. Вот в магазине мне попались вот такие вот симпатичные их заготовочки. Значит, что у нас тут есть? Селедка в маринаде с пряностями. Просто селедка в маринаде. И в горчичной заливке. Ну, как вы видите, та, которая была в горчичной заливке, она до дегустации не дожила. Мы ее съели раньше. Должна сказать сразу, было очень вкусно. В продаже я еще видела селедку в томатном соусе. Но я как-то селедку в томате не очень люблю, поэтому я ее не покупала. Поэтому таких вот 4 я видела варианта. Вот. Что хочется сказать. Вот эти баночки, они по 190 грамм. Причем на каждой из них написано, вот которые особенно вот эти маринадовские, что здесь селедки 50%, 47% это рассола маринада и 3% пряностей. То есть по факту здесь 90 грамм селедки. Да, правда, такая баночка стоит 50 гривен, поэтому ну, не назовешь это бюджетным вариантом. Но посмотрим, оправдывает ли она свою цену. Надеюсь, что да. Потому что, как я еще раз повторюсь, говорила, что обычно продукция вся фирмы Норвен, она очень вкусная, достойна внимания. Итак, сейчас я хочу попробовать именно, которая простая. Селедка в маринаде. Это вот это у нас. Так, ну что, при открытии баночки главное услышать характерный щелчок. Сейчас мы проверим, так ли это. О, все сработало. Значит, что, продукт не испорчен. Да, чуть-чуть тут накапало, потому что я ее наклоняла. Так, смотрим. Так, ну, внутри нас встречает вот такая красота. То есть уложенные кусочки рыбки, залитые маринадом. Хочется посчитать, сколько этой рыбки. Я специально приготовила вот такую замечательную тарелочку. Видите, она с котятами и с рыбками, как раз для селедки. Сейчас я аккуратненько содержание это перекладываю. По предыдущим ощущениям у меня было, что в такой баночке где-то кусочков 10. Поэтому в это я решила посчитать, сколько. Но видно, что их тут больше. Да. Считаем. Так, раз, два, три, четыре. Ну, этот 4,5, скажем, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, можно сказать, 12. Ну, то есть я жарила. У меня по ощущениям было, что кусочков 10, но я не очень ошиблась. Что хочется сказать, что вот здесь вот они какие-то не очень равномерные, эти кусочки. Видите, вот такой есть маленький. Вот в среднем вот такие обычные, да, вот как мы селедочку делаем. Вот, но как-то вот чего-то мне не по виду. Они вот немножечко такие лохматенькие, не очень аккуратные. Ну, это ж такое дело. Так, ну пробуем на вкус, главное ж вкус. Ну, что хочется сказать, что, конечно же, это филе селедки. Поэтому здесь нет ни косточек, ни шкурок, ничего. Тут просто берешь и кушаешь рыбье мясо. Ничего же другого нет. Маринад, ну, маринад как маринад, скажем. Ничего такого сверхъестественного. Да, конечно, если вот сравнивать вот с той баночкой, которую мы вчера слопали, не успели показать вам, в горчичном соусе интереснее, потому что там сам соус дает какой-то и привкус, и сос. А тут просто маринад. Ну, ты ешь, причем, я не знаю, там так миленько написано, из чего оно все состоит. Я не знаю, вообще можно это снять. Прочитать это практически невозможно, ну, кроме того, что это филе селедки, вода, там соль. Вот, отчетливо очень чувствуется уксус. Не знаю, может, это не уксус. Ну, очень четко. Ну, в общем, такое, как-то селедка сладкая, а маринад какой-то резкий.
Поэтому я не могу сказать, что я в восторге от этого. Нет, не могу. Ну, то есть, если вот выбирать между этим и горчичным, лучше горчичный, причем по цене одинаково. Поэтому, как по мне, лучше вот это в горчичной заливке брать. Так, посмотрим, что же такое селедка в маринаде, но с пряностями. Во-первых, сразу по виду видно, что она отличается таким более розоватым каким-то оттеночком. Ну, я не знаю, что это за пряности такое дают. Ну, ладно, попробуем на вкус. Итак. О! Хлопочек мы услышали, все в порядке. Да, вот видите, какой-то он такой розоватенький, да? Не знаю даже, что это может такое быть. Так, посмотрим, что здесь. Вот, видите, она такая прямо красненькая такая рыба. Прям не селедка, а лосось. Ну, конечно, селедки до лосося далеко. Вот, не знаю, вот посмотрите, тут каких-то тут этих осадочек какой-то. Ну, будем надеяться, что это что-то из тех пряностей, которые нам обещали. Опять же, так, смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, все стандартные эти 11 кусочков. Но здесь хочется сказать, что вот они более равномерные. То есть вот они одинаковые все. Вот, нет таких маленьких и больших. То есть вот 11 кусочков. Но опять же, смотрите. То есть 11 кусочков селедки за 50, там, не помню, 2 или сколько гривны. Ну, так себе, конечно. Ну, пробуем на вкус. Да, чувствуются, конечно, какие-то пряности. Я такая не сильна в этих всех пряностях. Это, конечно, от просто маринада. Отличается, но, опять же, она проигрывает вот этот горчичный соус. Тут, конечно, намного интересней. Вот. Это, тут даже должна сказать, рыба, она какая-то мягкая. Вот я люблю селедка, она должна быть такая упругая, мяско должно быть. А тут она может за счет этих маринадов или что тут с этой рыбой. Она такая мягковатая. Конечно, слава богу, она так без косточек, без шкурочек, без ничего уже готова. Это, ну, вот за счет каких-то там добавочек, вот она такого, всего из рассольчика этого достать, из маринадика. Вот посмотрите, она такая розовенькая, вот даже с этой как сравнить, да. Ну, чисто визуально, вот это, конечно, ну, скажем так, красная рыба. Ну, может, не красная, розовая. Вот, но, не знаю, за такую цену я, конечно, вот такую больше покупать не буду. В крайнем случае, вот это вот в горчичной заливке, да, то достойно. А это, ну, чтобы сказать такое ахи-охи, нет, не могу я этого сказать. Поэтому, ну, конечно, вкусная, рыба качественная, все, хлопки были, ничего не испорчено. Дальше решать вам. Приятного аппетита, пока-пока.